Пианисты Уссурийской детской школы искусств выступили на двух международных конкурсах. Самой юной участнице 5 лет. Настя Луценко играет композиции, которые обычно изучает в классах постарше. Произведения высокого уровня показали также Настя Хамула, Нелли Панюшкина и Семен Аладин. Все четверо на адлеровском конкурсе «Берег побед» стали лауреатами первой степени. Лауреат первой степени становится в инструментальном творчестве возрастной категории в 7-9 лет. Панюшкина Нелли, город Уссурийск, Приморского края. Программа у нас была достойная. Нас отметили, немножко были даже вот удивлены, что с периферии, вот, и мы вот достойно выступили, что уровень конкурса, они говорят, с каждым годом непредсказуемый. Но вот мы как бы приятно их удивили. Во втором международном конкурсе в Сочи «Искусство объединяет мир» уссурийские пианисты тоже не остались без наград. Музыканты стали лауреатами первой, второй и третьей степени. Семен Аладин представил на конкурсах «Прелюдию Глиера» и «Полонез ля мажор» Шопена. Это самый знаменитый полонез композитора. Изучают произведения в высших звеньях музыкального обучения. 13-летнему Семену композиция далась сложно, но результат стоил упорных репетиций. Полонез парень сыграл и для нас в классе. Семен занимается в классе фортепиано с 6 лет под руководством Нины Коротнюк. Это были его первые международные конкурсы. И оба с высокими результатами. Впечатлил музыканта не только уровень конкурса, но и места, в которых удалось побывать. Понравился город Сочи и Москва. Это, конечно, совсем другая жизнь, чем в Уссурийске. Мы побывали еще в стране Абхазии. Там тоже очень интересно. Храмы. Мы были в Новом Афоне. Там пещера такая. Вот, нам понравилось. К неожиданным победам добавился еще один сюрприз. Исключительно для наших ребят члены жюри провели мастер-классы. Уссурийские музыканты получили уроки от заслуженных деятелей искусств. Опыт пригодится молодым пианистам для дальнейшего творческого развития. Екатерина Рехтина, Никита Файзулин, Телемикс.